Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно я, как всегда, приветствую своих подписчиков. В этом небольшом видео мы с вами будем распаковывать телескопическую микрофонную стойку типа Журавль марочки Gator Frameworks. Моделька GFW, микрофон 2120. Стоечка поставляется вот в такой вот коробочке. Это у нас нормальный такой картон. Никаких претензий по упаковке нету. При открытии коробки мы с вами обнаруживаем внутри вот такую вот этикеточку с сопутствующей информацией и трехмерным кодом. На этом слайде вы видите маркировку, находящуюся на коробке. Точное название модели, штрих-код. Далее, вскрывая коробку, мы с вами обнаруживаем два элемента, упакованных в целлофановые пакеты. И это у нас непосредственно сама стойка со сложенными ножками. Она вот вверху, чуть побольше. Вот. Второй элемент — это уже сам держатель, который устанавливается на нижнюю стойку. Оба элемента регулируются по высоте, то есть они раздвижные такие. Все выполнено из очень качественных материалов. Снимая полиэтилен, мы видим вот такие вот два элемента. Достаточно тугие регуляторы. К материалам, из которых все изготовлено, никаких претензий нет. В нашей организации использовались две такие поставки на протяжении более, по-моему, 3 лет. Вот сейчас, на исходе этого времени, одна из стоечек у нас поломалась. Поломался нижняя вот ее часть, вместе там, где вот эта вот кнопка и, соответственно, крепление уже верхней держащей части микрофона. Ценник по информации Яндекс.Маркет на данный момент у вас на экране. На мой взгляд, соотношение цена-качество у данного продукта на высоте. Пожалуй, для любого актового зала, концертного зала, для каких-то массовых мероприятий, там, день города, корпоративы, всякие музыкальные мероприятия. Данный товар будет очень неплохим подспорьем. Складывается все, как вы видели, достаточно компактный. С моей стороны, я могу всячески порекомендовать данный товар. Никаких проблем с эксплуатацией. Ну, конечно же, может быть, хотелось бы, чтобы долговечность была еще и побольше. Ну, наверное, это нужно приобретать еще более дорогие какие-то варианты, дорогие решения. Что ж, я, наверное, на этом буду сворачиваться. Если я забыл уточнить какие-то моменты, смело задавайте вопросы в комментарии. Я открыт для вопросов, стараюсь на них оперативно отвечать. Вас же я благодарю за просмотр этого видео. В конце, как всегда, напоминаю тем, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании. Если вы приобретаете этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую, ссылка на них будет в описании. А если вы хотите поддержать мой канал, то смело идем по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока.